Тюменском театре «Кукол» началась новогодняя кампания. Открыли ее премьерой, спектаклем «Приключения звездного цирколета». По сюжету в Тюмени приземляется НЛО с цирковой труппой. Чтобы вернуться на свою планету, героям необходимо показать представление. Новая постановка особенно понравится ребятам школьного возраста, но будут в театре и премьеры для малышей. В этом году мы работаем на двух площадках. На второй площадке в малом зале, в органном зале филармонии, мы работаем премьерный спектакль «Когда оживают игрушки». В общей сложности за новогоднюю кампанию мы сыграем чуть меньше 100 спектаклей. И если в декабре мы делаем ставку на премьерные спектакли, то январь это будет солянка из зимне-новогодних спектаклей, которые зрители уже знают, любят. Перед началом всех спектаклей юных зрителей также ждет игровая интермедия с Дедом Морозом и Снегурочкой. Новогодняя кампания продлится до 9 января.